Исхудавшая Пугачева стала королевой ночи. 68-летняя Примадонна покорила красотой и затмила виновницу торжеств. Ближайшая подруга Аллы Пугачевой Алина Редель отмечает 80-летие. Вечером 4 октября она собрала друзей в одном из лучших мест Москвы. Центр города, вид на кремлевские звезды. И звезды рядом. Поздравить Редель с юбилеем пришли многие представители отечественного шоу-бизнеса. Модельер Валентин Юдашкин с супругой, телеведущая Арина Шарапова, певец Филипп Киркоров. Специально из Монако прилетел кондитер Александр Селезнев, тот самый, который несколько лет назад изготовил торт «Нежность» и «Восторг» на свадьбу Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Ну а главной гостьей на торжестве у Редель стала, разумеется, сама Алла Пугачева, похудевшая, похорошевшая в элегантном черном платье. Она, по мнению поклонников, стала настоящей королевой ночи.